Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Zodi на аппарате Creatures Inc. новая игра, которая находится в раннем доступе и представляет из себя выживастик в постапокалиптическом мире, населенном монстрами. Игра еще в процессе создания, поэтому множество возможностей пока недоступны. Сегодня мы с вами просто посмотрим на эту игру, сделаем первый взгляд, так что запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Мы начинаем. Из того, что обещают разработчики, мы сможем здесь крафтить, много чего строить, мы сможем приручать монстров и использовать их в качестве своих помощников. Также мы сможем, само собой, использовать автомобили. Не знаю, что из этого доступно на данный момент. У нас слева есть подсказочки. Давайте их скроем, чтобы нам не мешали. Значит, вот мы при заходе в игру. Появляемся вот в этом месте, в довольно лагучем месте. По крайней мере, здесь у меня FPS почему-то жестко проседает. Ну, я выкрутил настройки все на эпические. Может быть, не стоило этого делать для игры в раннем доступе. Возможно, это глупо. Но все же посмотрим на игру в таком виде. Значит, выйдя в меню, мы сможем выбрать себе аватар, то есть нашего персонажа. Давайте возьмем вот такого вот бородача. Так, я понимаю, я его выбрал, да? Да, вот он у меня изменился. И давайте теперь осмотримся. Кстати, играть можно в многопользовательском режиме, то есть создавать сервера и так далее. Я создал сейчас просто приватный сервер для того, чтобы на игру посмотреть. Так, мы подобрали оружие. Превосходно. О, там есть топор. А еще одна такая же дубина, да? И там вдалеке вроде еще топор. Так, нажимая Tab, мы входим в инвентарь. Можем посмотреть, что здесь строится. Ага. То есть нужно стол для стройки поставить сначала, то бишь верстак. Тогда мы сможем много чего другого делать. Так, у нас есть топор. Он может быть использован в качестве оружия. Но лучше его использовать в качестве инструмента для добычи ресурсов. Ну и само собой просто дубина, обмотанная колючей проволокой. А, куча трупов. Кстати, нужно не забыть про показатели голода и воды. Так, там еще топор. Здрасте. Здесь можно собирать предметы. Так, это у нас магазин, оружие. Так, топор, дубина, обмотанная колючей проволокой. То, что у нас уже есть, какая-то труба, монтировка, еще труба, молот, пистолет, Макаров. Так, а вот эта пушка используется для того, чтобы ловить, собственно, монстров, которых мы потом сможем приручить, да? А вот к ней заряды. Вау, гравипушка есть. Ох, $5000. Огнемет. Револьвер. Ага, в данный момент его купить нельзя, кстати говоря. Ну да, много чего еще недоступно, потому что игра еще только-только вот в процессе развития. Так, для Макарова мы можем купить даже скин. А, банановый скин. Это все прикольно. Так, аксессуары. Вода, яблоки, аптечка, клетка. Клетка, сделанная из специального сплава. Так, ну у нас в любом случае денег нет, поэтому бесполезно даже рассматривать это все. Так, вы можете охотиться на существ, спасать выживших, чтобы получить деньги. Чтобы спасти выжившего, нужно привести его в безопасную зону, ну то бишь сюда. Чтобы поймать существо, вам понадобится тазерган. Когда оно поймано, вам понадобится клетка, чтобы держать существо внутри. Понятно. Окей. Контракты. Спасти собаку?
Нам нужно 200 очков опыта. Если мы спасем собаку, мы получим 4500 долларов, я так понимаю. Не указан значок, но это ведь деньги, это не опыт. Потому что опыта вот 500 очков опыта. Так, опыта у нас нет вообще, поэтому в любом случае мы принять не можем. И нам нужно еще установить имя нашей компании. Это делается тоже в этом меню. То есть можно запросто здесь его ввести. Например, так. Так, здесь можно посмотреть на всяких существ, которые населяют этот мир. А, жуткие монстры. Это типа оборотень, да? О, это что-то жуткое. Так, там еще есть, в принципе. А, нет, те же самые, по-моему. Так, давайте посмотрим, что у нас где. Вот там я вижу какие-то здания. А, я бы хотел к ним, наверное, сходить. Ладно, берем дубинку. Можно, кстати, проверить сейчас по поводу рубки деревьев, как это работает. Так, а дерево когда-нибудь сломается вообще? Ладно, давайте пока что не будем этим заниматься. Сейчас мы заработаем опыт, заработаем деньги. Так, где? Вон туда нужно бежать. Ну и хочется, собственно, посмотреть на монстров. Так, там вдалеке где-то на холме еще домик. Тоже интересно так выглядит. Так, что у нас, кстати, на мини-карте? Красные точки, я так понимаю, это... монстры? Ну, хотя бы потому, что они движутся, это логично. Опа, а там тоже что-то интересное. Так, нас уже заметили. Так, блокировать мы никак не можем. Так, мы получили какие-то деньги? Я просто слышал звук кассового аппарата. $100 мы получили. Так, и опыт нашей компании 15 единиц. Я так понимаю, компания нужна для того, чтобы потом к нам могли присоединиться друзья в нашу одну и ту же компанию, и опыт был как бы один для всех. Ну, судя по всему, так, наверное. Так, все, нас заметили. О, как ты умеешь. Отлично. Ну, пока что не сложно. Так, что-то у нас банка с едой, с кушаньем. Что у нас там, кстати, сейчас? 69 еда, 59 вода. Еще банка. О, беги сюда, давай. Мне нужны денежки.
Так, а давайте для разнообразия попробуем использовать топор. Посмотрим, будет ли разница, допустим, в количестве ударов, которые нам нужны, чтобы убить одного монстра. Так, это у нас что? Патроны 9-миллиметровые. Так, банка газировки, мусор пластиковый. Ну, кто на меня? Давай, беги сюда. Тоже 4 удара нужно, поэтому давайте будем использовать дубинку. Разницы никакой. Так, еще пластик. Он нам, судя по всему, для крафта понадобится. Так, хлопья. Что у нас сейчас по деньгам, допустим? $500. А сколько, кстати, в магазине стоит пистолет? Я не посмотрел. Так, 5,56-миллиметровые патроны. Водичка. А, это суп был, это не газировка. Мне показалось, что сода написано было. Так. Здесь мы домики осмотрели. Так, где я еще видел что-нибудь недалеко? Вот там вот что-то есть. Ага, и вот там. Ну, давайте сходим туда. Так, здесь у нас поезд стоит. Еще пластик. Так, никого здесь рядом нету. Так, а здесь уже монстров довольно-таки много. Уже давайте по одному, бегите сюда, чтобы не толпой. Вот давай ты беги сюда, там как раз второй прибежит потом, пока я тебя убью. Отлично. Не очень гладкая игра работает, как-то камера рисковато двигается. Просадочки есть. Так, отлично. С монстрами справились без проблем. Вообще без проблем. Так, я вижу уже кого-то. Ты живой? Так, привести этого человека в безопасную зону. За это нам $100 дадут.
Отлично. Ну, если ты не против, давай вначале мы здесь осмотримся. Кстати, нам бы попить не помешало. Что это? Две механические части. Пригодятся. Я надеюсь. Так, с пластик. А ты чего там стоишь? Чего не заходишь в дом? Так, еще патрончики. Эй, товарищ, ты где там? Не застревай нигде. Не отставай. Так, где там наша безопасная зона? Ага, совсем рядом, окей. А, кстати, можно как-то карту прокрутить, продвинуть? Никак нельзя, да? Так, церковь здесь недалеко. Хотя нет, наверное, это все-таки далеко. А, вот она. Нет, все-таки недалеко, можно сбегать. Так, вот там наша безопасная зона. Давайте водички бабахнем. Так, и можно было бы что-то еще перекусить. Ой, мало совсем. Жажда нам восстановила. Нужно еще одну баночку выпить. Вот так-то лучше. И с супчиком заедим. Отлично. Посмотрим, хватит ли нам сейчас денег, чтобы купить Макаров. Хочется просто пострелять. Ну, ближний бой, если честно, как-то здесь не очень удобный. Ну, вот как тот, я бы так сказал, деревянный. Опа, вы получили 100 долларов. Отлично. Так, оружие, оружие, оружие. Ну, вот, Макаров. 550. Ну, отлично, покупаем. Так, он там на столе появился, да? Так, тазер сколько стоит? 2000, долго собирать на него. Кстати, к Макарову можно еще патрончиков прикупить. Раз уж так. Даже вот так пускай будет. Ну, можно еще его прокачать, почему бы и нет. Сделать его банановым. А, мы не можем. Нету в продаже сейчас, да? Так, а сколько стоит, допустим, водичка? 5 баксов. В принципе, я бы купил парочку баночек. Даже вот так вот. Пусть будет. На всякий пожарный. Так, забираем все, что мы прикупили. Так, давайте тогда сделаем вот таким вот образом. Ага. Так. Вот так-то лучше. По поводу контрактов давайте сходим. Посмотрим, можем ли мы теперь взять контракт. Нет, нужно 200 очков опыта. А у нас получается 165. Окей, тогда в таком случае давайте сходим к церкви. Так, где там она была? Вон она. К
Кстати, что это? А, это я нажал F. Мы можем что-то построить, но пока что давайте не будем этого делать, потому что для этого нужно ресурсов добывать много, по-любому. А я сейчас хотел бы именно вот осмотреться. Потому что крафт, в принципе, как бы он ни был сделан, но в любом случае понятно, что это такое. Просто сможем сейчас построить, допустим, домик. Для этого понадобится добыть дерево, рубить, рубить, рубить. Ой. Ничего себе, 3 выстрела в голову, прям в морду. Не очень экономно использовать огнестрел. Хотя, в принципе, смотрите, 3 выстрела, а мы за него получили 100 долларов. Хм. Да, по-моему, как раз экономнее некуда в таком случае. Ой. О, разочек промазал. Вот что-то здесь FPS вообще у меня слабенький. Ну же, кто на меня? Ау, монстры. А, вы в обход, что ли? Так, и еще один остался. Отлично. Так, а как включить фонарик-то? Фонарик, 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 фонарик. Т. Ну, хоть так. Хотя, по-моему, он только мешает. Как-то реально он мешает. Опа, тебя можно отвести в безопасную зону. Отлично, сделаем это. Что там в округе? Ничего не вижу больше пока что интересного, куда бы еще отправиться. Вот это вот там мы были. А, стоп, так это... Нет, подождите, мы должны быть здесь сейчас? Или... Да черт его знает. Что-то по карте никак-то не понял. Так, ну, пропусти меня. Так, повязочка. Ну, пока что, по-моему, довольно легко вообще играть. Ну, видимо, это монстры самые такие первые, начальные, простенькие. Поэтому они так легко убиваются. Ладно, давайте отведем этого товарища в безопасную зону. Интересно, здесь как-то можно промотать время, потому что, допустим, сейчас стемнеет. И уже ничегошеньки не будет видно. Вот этот фонарь, он просто как-то не помогает абсолютно совсем. Вот прямо абсолютно совсем. Я хотел бы еще в другую сторону теперь сбегать от этой базы.
И, кстати, раз уж нам так много денег дают за монстров, я думаю, можно накупить патронов. Прямо ого-го. И не бояться их тратить вообще. Так, да где ж вход? Да твою ж дивизию. А, он один только, я думал. Здесь с каждой стороны или с двух сторон только находится вход. Так, что у нас по опыту сейчас? 255 опытов. Отлично. Так. В общем, нам нужно найти собаку и привести ее мистеру Кримсону. Она может быть где-то... недалеко от военной базы, рядом с озером Павел. Окей. Сейчас разберемся еще, где это озеро. Так. Купим пару баночек, допустим, даже вот так вот. Денежки у нас сейчас есть. Так, а что мы можем купить, допустим, молот? Молоток не нужен нам. Так, тазер. На тазер все еще не хватает. Гравипушка. Так, дробовик можно купить будет за 2500. Эх, револьвер жалко, нельзя купить. За 3,5 можно купить уже автомат. Гранатомет, вау. Ладно, давайте денежки пока что подкопим тогда. Что там у нас по воде, по еде? Кстати говоря, можно было бы и перекусить. Вот так. Вот так чувствуем мы себя просто прекрасно. Так, кстати, здесь еще вес тоже учитывается, поэтому не будем сразу открывать все патроны, так как патроны запакованные весят намного меньше, чем распакованные. Так, можно было бы еще купить яблочек в магазине, ну да ладно. Так, давайте посмотрим по карте, где у нас... Плохо видно, вот озеро Павел. А жалко, что нельзя отметку поставить, маркер какой-то. Что это было? Нажимаю на Tab, появляется квадратик какой-то. Ну ладно, так, нам нужно... В принципе, можно добежать до железной дороги и потом по ней бежать. Чтобы не запутаться... Я, конечно, хотел бы прождать до утра, но я не знаю, вообще это возможно или нет. Кстати, может быть, что ночью сейчас появятся какие-то новые монстры. В принципе. Было бы любопытно посмотреть новых монстров. Я надеюсь, мы сейчас выполним это задание. Получим 4500 денег. И сможем купить какое-то новое оружие. Так, если бы я пошел в ту сторону, там можно было бы куда-то прийти. Вообще, у меня такое ощущение, что карта сломана. Что там?
Ага, монстры снова заспавнились. Можно, конечно, пострелять в них, чисто чтобы заработать денежек. Лучше, чтобы они на меня сагрились, потому что они будут прямо вот так вот бежать и очень легко в них попадать так. Так, еще один там где-то. Вон он, ну куда ты побежал, Нот? Где там, беги сюда. Так, и здесь еще один есть. Беги сюда. Отлично. Кстати, интересно, предметы здесь новые не появились? Нет? Ну, в принципе, откуда же они возьмутся-то? Так, вот у нас железная дорога. Так, вот если мы пойдем вот таким вот образом. Нет, стоп, вроде как карта может все-таки работать, но почему я был в церкви? Или это была не та церковь, может быть? Может, здесь что-то другое стояло просто? Это еще даже толком не церковь там была. Да, наверное, так и есть. Тогда нам придется довольно далеко бежать. Стоило бы в безопасной зоне все-таки запастись яблоками и водой в таком случае. Ну ладно уже. Так, справа целая куча всяких монстров. Давайте пойдем постреляем. Те же самые монстры. Я надеялся, что мы, возможно, новых встретим. Ну? Ну что ж вы такие никакие? Вот он я. Я прямо к вам в лапы иду. Свеженький, вкусненький. Ну куда ты убегаешь? Ай, да ладно, не хочу за ними гоняться, время тратить. Нам еще далеко топать просто. Знаете, чего не хватает? Машины машинами. Но я думаю, было бы очень круто, если бы здесь был, допустим, квадроцикл какой-то. Или мотоцикл, или квадроцикл, чтобы можно было гонять вот прям вот везде. Не только по дорогам всяким, а вот просто вот везде, где только захочется. По-моему, было бы круто. Вообще, игрушка с большим потенциалом. Конечно, пока что особо она ничем не удивляет, просто потому что она еще только-только вот в начале развития, но уже потенциал большой. О, пауки, 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 отлично, новые противники.
Что такое? Я в него вообще попадаю или нет? Или это он такой живучий? Офигеть. Это уже определенно более сложные противники. Ну, конечно, грех жаловаться, я сам просил новых противников. Кстати, а пистолет портится. Нужно учитывать, что всегда должен быть запас денег, чтобы купить новое оружие. Живучая тварь какая! Так я хочу быстренько глянуть, сколько у нас денег, сколько мы за него получим. 270. $270. $100 тоже? Нет, но этих фармить невыгодно совсем. Будем иметь в виду. Просто мы получаем за тех самых простых монстров $100. На них уходит всего лишь 3 патрона. Ну а тут штук 15. Это уже не так выгодно. Хотя нет, ну все равно выгода есть, но... намного меньше она, чем если охотиться на тех. Поэтому будем стараться пауков обходить. Вообще было бы классно, чтобы у нас хватило денег купить и дробовик, и автомат. Просто протестировать их. Какое лучше, какое хуже оружие. Так, забежать туда или нет по пути? Здесь рядом кто-то есть, наверное, тоже пауки. Давайте сюда сбегаем. Да, когда светло, конечно, намного лучше. Сейчас темно, я вот очень плохо вижу. Так, неужели здесь никого нет? Я не могу эту дверь открыть. И эту дверь не могу открыть. Эть. Да что ж такое? Оп, ну. Так, а так должно быть или нет? Может быть, они неспроста закрыты, но там что-то лежит. Может быть, в будущем по квесту нужно будет туда зайти по какому-то, поэтому двери закрыты. Хотя вот она приоткрылась так, как будто вот я ее прямо выбиваю, что ли. Но я боюсь насильно пытаться туда пробраться, потому что вдруг сейчас я туда протиснусь, а обратно не смогу выбраться. Это будет просто эпично. Но там же ничего не блокирует дверь. Ладно, плевать. Аптечка. Так, опа, там дорога уже идет куда-то. Озеро. Эх, нам бы машину. Так, что такое? Эта дверь тоже не открывается. Опа, открыл. Только бы не закрылась она теперь. Механические части просто. Ой, как темно.
Так я хотел бы просто вот так вот пробежаться до дороги и взглянуть, а вдруг где-нибудь вдалеке, допустим, я все-таки увижу автомобиль. Вот там, кстати, вроде есть автомобиль, правда? Непонятно, то ли это тот, который еще на ходу, то ли нет. А, кстати, вот это получится дороги, да? То есть мы можем просто по дороге вот так вот идти, отлично. Так, и нам, видимо, вот сюда, наверное, нужно будет, да? Здесь эта военная база должна будет быть. Окей. Так, ну, вначале я хочу все-таки проверить автомобиль и к водичке подойти. Посмотреть, как она здесь выглядит. А еще мне любопытно, я могу вообще в нее зайти? А можно попить воду? Нет, ну ни в коем случае, само собой. А могу ли я плавать? Ну, судя по всему, озеро совсем не глубокое. Там еще машины. Но они с трейлерами. Поэтому, скорее всего... Так, там где-то монстр есть, скорее всего. Их не завести будет. Да, к сожалению, неактивная машина. И те, я думаю, тоже. Такие же. Кстати, возможно, нам нужно скрафтить какую-то кровать. О, блин, ты меня напугал, товарищ. Ну, давай пройдешься со мной. Вдвоем будет веселее все-таки, я думаю. Не могу гарантировать, что я тебя защищу, но все же попробую. О, а эта машина... Вау, смотрите. Вот это круто. Только она... Что такое там? Какого черта происходит, а? Почему машина не едет? Что там за метеоритный дождь? Почему машина не едет, а? Как-то ее протолкать, что? Не понимаю. Фу, тут монстры рядом. А, нет, это... Где-то красные точки сейчас метеориты показываются. А, монстры! Заварили. Заварили, говорю, завалили одного нашего друга. Ну ничего. Блин, так, я хочу все-таки машину эту. Эх ты, бегать нужно быстрее. Что не так с машиной? Почему она встала и все? Слишком близко к дереву подъехала или что? Так, если нажать Z, то машина вот так вот делает, да? Нет, это мне не нравится. Вот. Блин, это из-за дерева. Есть, вот, получилось как-то. Нужно аккуратненько выехать так, чтобы... Близко к дереву не подъезжать ни к какому. Потому что я так понимаю, здесь есть такая проблемка, связанная с этим. Там что-то лежит, ну наплевать. Мне просто к дороге выехать. Так, я бы хотел бы попробовать этого паука завалить на машине. Задавить по-простому. Что это был за метеоритный дождь? Ух, блин. Какого черта? Я уже боюсь, что меня сейчас взорвет. Так, а как мне сюда выбраться-то на дорогу? Интересно, паук меня будет атаковать, что ли? Если я в машине, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ладно, проедем чуть-чуть дальше, поищем где-нибудь заезд. Черт! Ой! Вот это жесть! Вот это трюки на машине, а! Ну, чуть-чуть ведь осталось, давай. Отлично, отлично у нас получилось выехать на дорогу. Великолепно. Так, паук тоже забрался. Но сейчас я хотел бы развернуться и пробовать его задавить. Похоже, что-то вообще толку никакого. Так, может разогнаться, нужно подальше отъехать. Но паук сейчас быстрее идет, чем мы едем. Да все, я ему наскучил, ну ладно. Эх, как бы я хотел вид от первого лица. Так, это что у нас? Мотель, слушайте, давайте посмотрим. Так, пожалуй, машину оставим где-нибудь вот здесь вот. Кстати, любопытно, а нигде нету показателя топлива, то есть я могу ездить на этой машине сколько захочу, ну, до тех пор, пока я ее не разбомблю всю. Юрити. Так, я куда-то могу вообще войти? Опа, сюда могу. Кстати, у нас проблемка, нам нужно перекусить и попить водички. Ага, понял, что это за звуки. Там монстр бегает, он не может сюда забежать. Кстати, это хорошо, что не может. Да блин! Слушайте, очень что-то странное, но прям интересно. Слушайте, мне нравится. Нереально нравится эта игра. Так, вот туда еще подняться можно попробовать. Так, ну же, где ты, монстр? Давай, беги сюда. Еще один, в принципе, там где-то есть, но он далековато пока что. Вот еда, это замечательно. Потому что я не думал, что так далеко придется двигаться. И не закупился едой и водой. Кстати, можно было бы распаковать еще патронов на всякий пожарный. Так. Ух, смотрите, жесть. Просто жесть. Ну, это круто. Вот реально, вот это вот круто. Скажем так, некоторую изюминку он добавляет. Мне нравится. Лишь бы только в меня этот метеорит не попал. А то это будет просто невероятно эпично.
Вот и следующее озеро. Нам нужно искать где-то военную базу. Или просто окрестности ее. Так, а почему я не могу карту открыть, когда нахожусь в машине? Ладно, выйдем. Так, ну даже не знаю, где нам... Где нам что искать? А где? А, вот просто найди... Стоп. Где монстр? Далековато еще. Так, найди собаку на военной базе рядом с озером Павел. Да не вопрос. Мне бы только саму военную базу найти рядом с этим озером. Озеро-то я нашел. Кстати, ребята, что меня еще интересует по поводу технических вопросов, а как эта игра сохраняется? Я даже Escape не могу нажать, пока я нахожусь в машине. Ну вот я вышел, я могу выйти из игры, может она при выходе из игры сохраняется. Но это будет очень печально, если это только так. Это будет прям нереально печально. Может быть, туда пробежаться куда-то? Я даже не знаю сейчас. Давайте пока что прокатимся туда, в этом направлении. Может быть, заметим что-нибудь где-нибудь. Стоп, там что-то светилось справа или мне показалось? Там. Вот это, видимо, она все-таки и есть, военная база это. Тогда лучше нам будет вот так вот объехать мимо церкви. Наверное, да. Вот там слева, видите, он что-то светится. Можно, конечно, пробовать и так проехать, но между деревьев машина может застрять. Я не хочу рисковать. Потому что реально бежать потом очень долго. Пешком не хочется так долго пилить. Управление даже автомобилем, если честно, немного такое деревянненькое. Так, я всматриваюсь вдаль, пытаюсь заметить что-нибудь. Вау. Ну, эта дорога вроде нас должна привести в правильное направление. Так, стоп, 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 что это справа? Нет, ну на военную базу это никак не похоже. Можно, конечно, осмотреть. Кстати, что-то ночь слишком длинная, вам так не кажется? По-моему, день был намного короче.
придется объехать. И что? Ну давай, что ты сделаешь? Вот ты меня догнал, допустим. Они мешают мне проехать. Но сделать они мне тоже ничего не могут, пока я в машине. Я просто боялся, что они будут ее ломать. Ну нет, ничего подобного. Ух, сколько же здесь всяких тварей. Булки-палки. О, их можно все-таки давить. Но нам за это деньги не дали. Видимо, он не сдох. Да, он бежит тоже. Все, отстали. Оп, стоп, 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 стоп. А дорога-то и кончилась. Давайте попробуем как-нибудь аккуратненько все-таки проехать. Да, вот это военная база. Так что именно сюда нам нужно. Слушайте, эти твари не отстают. Просто будет неприятно сейчас выходить из машины. Пока я выйду, пока я отбегу, развернусь и так далее. Ой, сколько... Ух, тут пауки. Так, выбегаем, отбегаем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Оп. Так. Бежим, бежим, бежим. Там оборотень. Это оборотень, твою дивизию. Так, слушайте, а что-то... Во-во-во-во-во. Ну, по крайней мере, они бегают не быстрее, чем я. Так, остались пауки. Минус один. Фух. Так, ну я справился. Что у нас там, кстати, по деньгам уже? 3 700. Так, давайте мы распакуем патронов. Так, и перекусить бы не помешало. Фух. Справились. Ой, я хочу Хаммер. Можно, пожалуйста, можно? Блин, не дают мне покататься на Хаммере. Почему, почему я хочу Хаммер? Вот тебя и меньше всего боюсь. Фух, надеюсь, они сейчас снова здесь не отреспавнятся, иначе это будет эпик. Потому что много-много патронов нужно тратить на этих оборотней. Так, где-то здесь должна быть собака, в общем. Я так понимаю, нам нужно просто вот так вот побегать и поискать ее. А может быть в окрестностях, это значит не именно на самой базе, а вокруг базы.
дайте мне Хаммер, пожалуйста. Ну вот, меня всегда поражает, почему в играх так разработчики всегда вот, когда есть возможность на какой-то машине покататься, дают тебе покататься, ну, на обычных машинах, да, самые такие интересные машины всегда неактивны. Почему? Вот почему нельзя прокатиться на Хаммере? Вот просто почему? Может, на этом можно? Ну вот почему? Почему можно на других машинах кататься, а на Хаммере нельзя? Вот просто почему? Я нашел собачку. Он находится, мистер Кримсон находится в горах за церковью Черчилля. Это где-то здесь как раз таки. Недалеко. Интересно, можно ли все это взорвать? Нет, я думаю, нельзя. Так, там еще Хаммер тоже стоит. Давайте его проверим. Но это просто вот обидно, реально обидно. Может быть, в будущем можно будет это... Может, это связано только с тем, что... Игра еще в процессе разработки. То есть, разработчики еще просто не дали возможность кататься на Хаммером, а на Хаммерах. А то обидно. Так, собачка, ты за мной? Чё-то ты медленная, собачка. Ладно, пока что посмотрим на карту. Вот в том направлении прямо нужно нам двигаться. Вот именно туда. Так, интересно, сейчас я сяду в машину, а собака? Собака будет бежать за мной? Вот так вот. Ну окей. Так. Куда-то туда вроде нам нужно. В том направлении. Будем потихоньку ехать, чтобы собака не отставала. Может быть, вот тот дом? А, нет, то, наверное, церковь. Но где-то за церковью сказано, находится дом хозяина этой собаки. В горах за церковью. Может быть, вот тут он. Давайте, раз уж мы рядом с церковью, просто осмотрим ее. Вот так поставим машину. Потом отправимся туда. Вот, видимо, то нужный нам дом. Слушайте, оказалось, что контракты довольно-таки продолжительные. То есть, я думал, контракт будет звучать примерно вот «Сбегай вон туда, возьми там того-то и приведи вот сюда». Все. А здесь получилось, как далеко понадобилось нам ехать. Сколько времени потратить, усилий сколько потратить. Ух, патронов сколько, а? Так, мне кажется, ребята, ли они респавнятся, а? Это что, какой-то баг, что ли? Так, у меня инвентарь уже забился. А это что? А, это... Эти нам не нужны. Это для дробовика. Давайте яблочко скушаем, наверное. Чтобы оно место не занимало. Давайте механические части мы выбросим, древесину выбросим, строить мы ничего не будем. Пока что попьем водички.
Так, пластик. Пластик давайте тоже выбросим. Так, 5,56 миллиметров. Эти нам тоже, в принципе, не нужны. Нам 9-миллиметровая нужна только. Так, собачка, пропусти меня. А, все, больше не появляются. Хм. Ладно, окей. Так, ну что, тогда едем туда. Просто я хочу, по крайней мере, один контракт полностью выполнить. Вот, конечно, неудобно, что собака в машину не залезла. Непонятно почему, как бы. Ну, дверь мы и могли бы открыть, просто позвать ее. Да хоть как-то, не знаю, за хвост затащить в машину. Просто это даже выглядит странно, вот. Собака просто так бежит за нами, за машиной. Догоняй, догоняй, догоняй. Не отставай, не отставай. Ну, я надеюсь, это дом твоего хозяина. Сейчас посмотрим. Здрасте, вы хозяин этой собачки? Так, а мы что, можем либо оставить собаку себе, либо отдать ему? Так, мы можем сказать что, ему, что мы хотим оставить собаку себе, и что мы сможем о ней позаботиться. Мы отдадим ему деньги, которые мы могли бы получить за этот контракт, и оставим себе собаку. Либо мы отдадим ему собаку и получим полную награду. Но сейчас, на данном этапе игры, я думаю, только лишь отдать ему собаку. Почему? Потому что собака в машину не садится. Если бы собака садилась в машину, то есть можно было нормально, полноценно вот, путешествовать вместе с ней, то я бы наверняка решил бы оставить ее себе в качестве компаньона. Это было бы очень даже классно и атмосферно. Но я не хочу постоянно вот так вот медленно ехать, чтобы собака бежала сзади. Поэтому на этом этапе, само собой, собаку мы ему отдаем. Так, мы уже сразу же получили всю награду, да? То есть квест уже полностью выполнен. Так, нет, осматривать его дом не буду. Хотя нет, брать я ничего не буду, но просто посмотрю, как он здесь живет. Мне чисто любопытно. И главное, не боится монстров. Спокойно так сидит на улице, без оружия. Все, пока, собачка. Только вот так вот. Так, теперь нам нужно как-нибудь выехать на дорогу. Вообще, в идеале, именно в данной игре, знаете, вот как бы я поступил.
если бы я играл именно полноценно на прохождение, с крафтом и так далее, я бы построил где-то вот на больших расстояниях от безопасного места домики, поставил бы там какие-то сундуки и полностью напихал бы их патронами, едой и водой. То есть такие были бы у меня перевалочные пункты. То есть когда я далеко куда-то еду, чтобы я всегда мог попить водички и перекусить. Так, где там дорога? Вот она. Ну и вообще, при себе здесь нужно всегда иметь... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вот так, ух. Спасибо разработчикам за кнопку Z, которая переворачивает машину. При себе в этой игре всегда нужно иметь большой запас еды и воды, потому что как пошлют куда-то далеко. Так, ну исследовать эти домики я не буду. Здесь очень много монстров. Не хочу время тратить. Я просто хотел бы вернуться на нашу безопасную зону. Ну и было бы неплохо купить все-таки дробовик и автомат, потестить их. Вот мне, кстати, интересно по поводу инвентаря узнать, будет ли у нас какой-то новый рюкзак. Допустим, можно ли будет его купить или скрафтить, или найти где-то расширение. Чтобы можно было с собой носить побольше всего, по крайней мере патронов, потому что вот... Пауки и оборотни... Требует много выстрелов. Так вот туда бы еще съездить. Вот прям вот реально интересно в этой игре. Мне нравится. Если разработчики ее не забросят и продолжат ее улучшать и улучшать, исправляя проблемы и добавляя всякие новые вкусности, то будет очень круто. И вот эти вот астероиды, конечно, этот метеоритный дождь мне прям вообще нравится очень. Кстати, может быть, поменять машинку все-таки? То у нас уже немножко повреждена она. Хотя нормально. Интересно, а можно ли будет создать какой-то ремонтный набор, чтобы машину ремонтировать? Так, а куда здесь? А, здесь налево есть проезд. Отлично. Так, а что это справа такое? Что-то большое. Любопытное. Но пока что нет. Пока что я хочу вернуться в безопасную зону. Так, давайте выйдем, посмотрим. На карте, где мы находимся. Нет, 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 нет. Лучше было бы ехать все-таки дальше, а потом уже налево. Налево еще мы бы ближе намного были бы к безопасной зоне. Что же это все-таки такое там? А, полицейское управление.
Возможно, мы сможем здесь найти оружие. Пластик нет. Машину, кстати, можно будет взять себе полицейскую. О, выживший. Так, а почему я не могу его взять? Не знаю почему. Повязочки. Пусть будет пригодятся. Водичка, отлично. Но вообще, в полицейском отделении я рассчитывал найти именно оружие. Оружие и патроны, как бы. Логично, что здесь они должны быть. Здесь и на военной базе. Но на военной базе все, что мы нашли, это собаку. Патроны. Ну как так? Ну как так, что в полицейском управлении не будет оружия? Ну как так? Sweet donuts. Так, наверх мы не поднимемся, да? Ах, ну ладно. Стоп. Так, а вот сюда мы еще можем куда-то попасть. Что, хлебушек? Опа! Отлично! Так, 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 так. Давайте мы поставим тебя вот сюда. Давайте мы водичку поставим вот сюда. Допустим, а... Нет, еда пусть там стоит. Так. Что у нас, кстати, по еде? Можно попить водички сейчас. Так, и что-нибудь перекусить. Вот так вот, например. Хорошо. Так. Для тебя нужны вот такие патроны. Ага, больше 90 быть не может, понятно. Понял. Ух, 8-зарядник, отлично вообще. То есть все-таки мои ожидания оправдались. Действительно, здесь есть оружие в полицейском управлении. Отлично. Прямо прекрасно. А теперь мне хотелось бы его протестировать. Но монстры не появились. Так, вышедшего мы не берем, пускай вздыхает, но это его проблема. Не хочет с нами идти, как хочет. Я предложил ему помощь, он отказался. Так, ну я хоть туда еду, куда надо, а? Да. Ехать прямо, 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 аж до тех пор, пока не будет поворот налево, потом еще один налево.
Так, ну что, протестируем. Опа, а там что находится? Там что-то интересное. Ну, давай поближе, поближе. Ой! Так, нет, ну что-то мне дробовик не нравится, ребята. Ну что это такое было? Да я пистолетом их быстрее убиваю. Вот и все. Зачем нужен дробовик в таком случае, а? Так, почему-то игра считает, что у нас какой-то выживший есть, которого мы пытаемся куда-то отвезти. Не хватает бинокля. Вот чего не хватает, чтобы рассмотреть, что там. Тоже мотель, видимо. Ну да, дробовик меня разочаровал. Так, 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 что у нас здесь? Почтовое отделение. Еще повязочки. Так, у нас, кстати, полный инвентарь. Что бы нам выбросить, а? Это мясо? Сырое мясо? Не-не-не-не, сырое мясо я не буду брать, потому что я ведь понятия не имею, как готовить здесь. Так, еще патроны 9-миллиметровые. Нет, не буду их брать. У нас их и так вроде как много при себе. Так, тоже не хочешь спасаться? Ну, как хочешь. Это что за место? Аптека. Яблочко. Можно скушать будет еще яблочко. В аптеке яблочки продавались? Мол. Интересная аптека. Либо интересные яблочки. Так, ну, едой мы затарились вроде как. Не могу вот эту повязку взять. Ну да ладно, у нас их полно, в принципе.
Действительно, я чувствую, это видео будет бесконечное. Но игра действительно вот завлекает, как-то вот так любопытно посмотреть, а что там, а что там, а что там. Опа, паук, а, он ушел с дороги, я хотел разогнаться и шарахнуть его. Опа, а что там? Там тоже что-то интересное, ну ладно. Не буду даже смотреть, специально, чтобы желание не возникло посетить это место прямо сейчас. Ой-ой-ой, машина, только не надо переворачиваться и портиться. Ох, сколько здесь. А, черт, зачем я его сбил? Машина испортилась от этого. То есть лучше так не делать. Блин. Ну, будем знать теперь, ребята, будем знать. Если что, еще одна машина есть, но мне нравится вот эта полицейская. Так, давайте чуть подальше куда-нибудь хоть отъедем, где будет безопасно. Хотя, вот, уже вижу. Кстати, зачем? Машину можно здесь оставить, а туда добежать пешком чисто. Действительно, зачем нам туда ехать? Машина пускай на дороге будет вот здесь вот. Вот так вот. Все, я запомнил. Где это у нас дорога? Ну, в принципе, здесь совсем вот рядом. Да твою ж дивизию, где, блин, вход? Что я вечно не могу угадать. Вход всегда не с той стороны, к которой я подхожу. А вы что здесь сидите просто так? Так, во-первых, по контракту мне не нужно подойти сюда теперь. А, может, новый какой-то появился? Так, эй. Спасение собаки. Новых контрактов, видимо, нету. Хм. Почему? Может быть, потому что ранний доступ пока что в игру? Пока что новые контракты не сделали? Или, может быть, что-то должно пройти? Время какое-то или опыта побольше у меня должно стать? Так, а что бы я хотел сейчас? Можно было попробовать купить клетку и пушку для приручения. Попробовать приручить кого-то. Хотя зачем мне вообще сейчас что-то покупать? Чисто из любопытства. Револьвер, я хочу револьвер. Очень хочу револьвер. Ну ладно, по крайней мере вот эту штуковину купим. Так, чтобы еще купить такое. Здесь, в принципе, в скинах вообще ничего купить пока что нельзя. Так, кстати, что у нас сейчас в инвентаре? Нужно что-то, наверное, повыбрасывать, потому что как-то всего слишком многовато. Я сейчас ничего и взять никуда не могу. Так. Вот, может быть, стоит выбросить к чертовой бабушке дробовик и патроны к нему. Блин, так.
Так, ну странно, у нас на рюкзаке появился наш автомат новый, но в инвентаре его нет. Так, давайте что-нибудь выкинем, просто вот что-нибудь. У нас целая куча повязок. Так, Макаров бы купить новый. Можно его, в принципе, починить. Но, по-моему, проще купить новый. Так, а что бы нам еще выкинуть бы? Куда-нибудь бы. Давайте дробовик мы, наверное, оставим. Вот патроны к нему. Так, слушайте, на что если нам скрафтить где-нибудь... Ага, нужно освободить руки, чтобы можно было крафтить. Какой-нибудь ящик для хранения, например. Не там. Так вот если. Видимо, в любом случае нужно эту штуковину скрафтить. Двое механических частей, 30 деревяшек. В принципе, это можно сделать. Может быть, тогда появится возможность скрафтить ящик. Интересно, если я это оставил здесь, оно здесь останется навсегда или оно пропадет? Хотя, в принципе, от чего я мучаюсь? Сейчас, вот именно в данный момент, мне это как бы... Наплевать. На самом-то деле... О, вот это, я думаю, будет мощно. И против оборотней, и против пауков. Ну, в принципе, ребята, я думаю, на этом уж точно можно заканчивать. 1,5 часа идет уже этот первый взгляд. По-любому пора наконец-то его закончить. Подвести некоторые итоги. Итоги мои лично таковы, что мне нравится эта игра, у нее большой потенциал. Есть у нее пока что проблемки, которые нужно исправить. Управление немного деревянное, как-то вот немного не то что-то вот. Допустим, в том числе и управление автомобилем. Ну, вы сами видели, как он кувыркался. Потом добавить что-то новое, допустим, другие еще разнообразные машины, разнообразные предметы, чтобы было как-то вот интересно постоянно играть. То есть не было однообразия, просто вот туда-сюда ездить через всю карту. Но опять-таки интересно, вот я еще не знаю, насколько карта большая, потому что вот двигать мы ее не можем. Чтобы посмотреть, а что будет, если мы туда проедем, если мы туда проедем и так далее. Любопытно, конечно, очень любопытно. Надеюсь, разработчики не забросят эту игру, и, возможно, в будущем это будет реально что-то очень-очень крутое. Даже уже сейчас в эту игру играть довольно-таки интересно. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока.